это было в 89-м. Вроде бы поют американцы, вроде бы на чужом языке, а мелодия наша, советская, один в один домовой. Домовой, поиграй мне на гуслях, когда эта песня добралась до второго места солидного американского чарта Billboard, скрывать уже было бессмысленно. Они и вправду стащили музыку у советского композитора. Спасибо американской группе Cava Girls, которая записала мелодию Don't Stop Now. Виктору Резнику тут же предложили вступить в американское общество авторов. Там уже были и Майкл Джексон, и Элтон Джон, а он постеснялся. Он сказал, что сюда можно приезжать, наверное, отдыхать, а работать надо там, где родился. Его стеснительность была какой-то особенной. Он часто краснел, но шел вперед, как бульдозер. Именно так они познакомились, два будущих друга. Михаил Боярский в то время уже был самый известный в стране поющий Д'Артаньян. Возле служебного входа театра «Ленсовет», где он играл в перерывах между съемок, его всегда караулили толпы. Среди них и фанаты, и дарования. Я тут песенку написал, не посмотрите? Я бегу. Значит так, молодой человек, у меня будет антракт. В 8:30 подойдите, пожалуйста, к служебному входу. Я вас заберу, у меня будет 20 минут. Резников ждал своей очереди у театра ровно 3 дня. Боярский сдался неохотно. Позвал выскочку в общий зал, где был инструмент, и приготовился к худшему. Он заиграл. Я забыл про спектакль, про то, что у меня группа есть, которой мы репетируем «Битлз». Забыл текст, который мне нужно говорить на сцене. И говорю, а еще? Да, еще есть. Я вам все показывать не буду, я бы хотел, чтобы вы вот эту песню спели. С того дня Михаил Боярский пел в основном его песни, своего лучшего друга, композитора, который был на расхват. Я никогда в жизни не убирал песни, всегда приносили. Поэтому Витя довольно-таки активный композитор. Он всегда свои песни приносит кому нужно. Улетай, туча, улетай. Это съемки 84 года. Пугачева сама настояла, чтобы ее новый хит не просто прокрутили в каком-нибудь сборном концерте на центральном телевидении, а сняли клип. В конце она еще захотела сказать пару слов зрителям, чтоб не забыли. Виктор Резников. Виктор Резников. Я еще раз повторяю. Виктор Резников. Резников. О том, где она его такого нашла, Примадонна ничего не сказала. Только лет через 10 сам Резников раскроет подробности. Их свела недобрая шутка друзей. Пугачева тогда была с гастролями в Ленинграде. И меня просто мои приятели разыграли, сказав, что они обо мне ей рассказали. И там пришла в восторг и сказала, ну как же, Резников, знаю, конечно, какие песни отличные. Ночью Резников пробрался к 25-му люксу гостиницы «Европейской» и постучался. На вопрос охранника «Кто?» он честно ответил «Резников», проглотив две последние буквы. Первый, но, к сожалению, последний раз меня спутали с Олегом Резником. И пока, видно, соображали, что произошло с внешностью этого известного поэта, я просочился вам. Алла все сразу поняла, но прогонять не стала. Усадила наглеца за рояль, тот заиграл. Естественно, я, когда допел до конца, волосы она откинула и сказала, что уже ничего. Ну, давай дальше, что там тебе. После пообещала позвонить. И позвонила ведь. Долго мы ждали звонка, и вдруг раздался долгожданный звонок. Это говорит Алла. Виктора мне, Виктора. А его сейчас нет дома. Скажите ему, чтобы срочно приезжал в Москву. Должна вам признаться, работать с ним и весело, и трудно. У нас каждый раз с ним работа начинается с того, что он меня учит петь. Ну вот это жарким августовским днем питерское телевидение решило снять фильм. Гитарист Владимир Густав в то время как раз работал с Виктором и хорошо помнит. Сначала он уехал к Пугачевой в Москву, а потом они неожиданно вместе вернулись в Питер. Она сама все решила. Об этом союзе с Резниковым нужно снять целый фильм. На запись Виктор взял с собой маму. Знал бы он, что она их чуть не поссорит. Она переодевалась. Витя меня к ней подвел. Алла, вот моя мама. В это время она
взяла папиросу и стала подносить ее ко рту. И я вместо того, чтобы познакомиться с ней, там, поздороваться, сказать свое имя, я сказала: «Что вы делаете?» Она так повернулась ко мне и говорит: «А что? Вы курите? Мало меня дома пили, так тут еще мне достается». Пугачева быстро отошла, фильм показали, и бывший учитель физкультуры Виктор Михайлович тут же стал настоящей звездой. Вы же ведь по образованию учитель. Учитель, да, физкультуры. Так, меня прижали к канатам. Его песни пели в кино. Да и на эстраде уже не было тех, кто не взял бы себе хоть один его хит. Песняры, теннисмяги, Пугачева. Но Резников продолжал искать для своих песен идеальный голос. И пришла не очень большого роста, довольно полненькая, молодая женщина. С довольно необычным лицом, я бы сказала. Ее он потом назовет своей любимой певицей. Я с удовольствием представляю свою любимую певицу Ларису Долину, которая представляет песню «Телефонная книжка». Столько, сколько я спела его песен, наверное, ни один исполнитель не может этим похвастаться. Эта дружба с Долиной не была такой уж безоблачной. У нее намек на джаз, у него буржуазные нотки. На популярном тогда музыкальном ринге он проиграл. Какая проблема решается в данной, например, песне? Да, видите ли, тут никаких проблем нет. Просто так. Песня. Вообще, она вам понравилась? Вы знаете, я вообще против того, чтобы музыку для ног называть музыкой. Любимый мой дворик, ты очень мне дорог, я по тебе буду скучать. Ну, здорово, здорово. Так классно, так это вкусно, так это стильно. Любимый мой дворик. Это был недолгий период, когда худсоветы находили повод придраться и запретить. То казалось, что он самоучка, то однажды в очках певицы нашли намек на эротику. Обратите внимание, здесь на очках такой есть зайчик вот такой, видите? Какой-то идиот 5 лет назад написал на телевидении и сказал, что это значок плейбоя. И с тех пор по центральному телевидению бумажные ЗМИ не давали. После истории с песней «Домовой», когда ее перепели в Америке, ему уже никто не мешал ни сочинять, ни самому петь, даже на английском. Это? Этот звонок в квартире Боярского раздался утром 23 февраля 92 года. Друг Виктор Резников предложил записать новую песню. Сказал, что сейчас завезет к матери дочь и заедет за ним. Последний звонок был его. Надо было чуть подольше, несколько секунд поговорить. А Волга уже вышла, та знаменитая Волга. Вот оттуда ехала голубая птичка, «Жигули» шестерка. Я ждала их. Он подъехал сюда, вот на это место. Он подъехал, посмотрел на меня, улыбнулся мне и стал делать левый поворот. Эта деталь раньше никого не смущала. В машине Виктора не было боковых зеркал. Их просто всегда воровали. Грохот раздался. Когда я побежала к нему, открыла дверь и увидела, что он лежит, обвивший своим телом Анечку. И он был без сознания. В больницу первый день никого не пускали. Исключение сделали только Боярскому. Был забинтованный весь. Только глаза я его видел, в общем. Полное удивление и непонимание, что с ним произошло. Потом из больницы Виктор несколько раз передавал записки. То для мамы, то для жены. Как мама, как Аня. У меня все хорошо. Кто меня объехал? И потом как-то шутливо подписался. Ну, как бы шутил. Через 2 дня врачи сообщили, что были бессильны. Без друга тяжело. Не с кем поделиться самым сокровенным. Это был первый клип ленинградского телевидения и первый семейный дуэт «Боярский и Резников с сыновьями». С этого началась их публичная дружба. Ваш сын Сережа, вы его воспитываете на лучших образцах молодежной музыки? Да, он любит в основном Резникова и Битлз, так сказать, слушать.
После той записи таким составом они больше никогда не пели. Дочка, да, старшая. Похоже. Динозаврики спустя 20 лет. Боярский-младший занимается продажей торговых центров, Андрей Резников – главный продюсер радиостанции, Виктора нет. А ты уже следующее поколение динозавров. Потом твои дети будут динозавров писать. Поехали, давай. Но в память о нем они впервые решились это повторить. Динозаврики, 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 динозаврики. А после Михаил Боярский впервые признался, от друга у него осталось еще несколько песен, которых никто не слышал. Просто он их почти никогда не поет. Тяжело. Осенним слышен в доме шум дождя. Дождь, он чуткий собеседник, обмануть его нельзя. У окна однажды стоя шепот капель смог понять. Знаешь, все это пустое, и не стоит усложнять. Знаешь, все это пустое, и не стоит усложнять. Если боль до дна не выпить, если быть или не быть, не смотать клубок событий в ускользающую нить. Слово мудрое, простое должен кто-нибудь сказать. Знаешь, все это пустое, и не стоит усложнять. Знаешь, все это пустое, и не стоит усложнять. Быть может, чуть грустнее, чем весной. Просто дальняя дорога не всегда ведет домой. Просто много нам с тобой предстоит еще понять. Знаешь, все это пустое, и не стоит усложнять. Знаешь, все это пустое, и не стоит. Нам с тобою предстоит еще понять. Знаешь, все это пустое, и не стоит усложнять. В общем, все это пустое, и не стоит. Yeah.